Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал вторжение России в Украину. Прямо он про них не говорил, но намек подписчики узнаваемой личности в Инстаграме поняли. Нагиев выставил 57-секундный черно-белый ролик, в котором стоит у зеркала и бреет себе голову. Телеведущий сосредоточенно смотрит в объектив, а в конце видео умывается. Музыкальным фоном служит фрагмент песни «Поезд в огне» группы Бориса Гребенщикова «Аквариум». А именно, такие строки из нее. Но по новым данным разведки, мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. В комментариях Дмитрий благодарят за проявленную позицию, против которой в России вряд ли смогут задействовать новый закон о фейках. Поддержите канал, подпишитесь. Этот поезд в огне, нам некуда больше бежать.